От вас срочно Сашу забрали марокканцы. Я не знаю, что делать. Короче, они оставили вот такую записку, смотрите. Саша у нас, я пришел к нему в номер. Они написали: Саша у нас, встретимся в ресторане у пляжа в 15:00. Вот такая вот записка. Вот, смотрите. В общем, сейчас я еду сразу в пляж узнавать, где Саша, потому что так не должно делаться. Мы догадались, что все будет на мирной ноте сделано, но походу не получается. Вот такой в хате оставили, бардак полный, пипец. Короче, сейчас бегу, короче, в кафе это. Блять, вообще трэш происходит, пацаны. Братва, в общем, ситуация следующая. Я сегодня утром просыпаюсь, и нету Smokey Mo. Короче, в номере оставили записку, да, что я должен прийти сегодня к марокканцам в их кафе. Вот сейчас я подошел к их кафе, обязательно включу вам скрытую съемку и надеюсь, что смогу там узнать, что случилось со Smokey, потому что мы не так не договаривались. Если я там придумал Олег, то это очень плохо. В общем, мы ждем сейчас. Я жду этого человека и надеюсь, что вот вам все расскажу. А все, вот он все идет. Hola, amigo. Все, пацаны, походу, это вот этот чел. Сейчас я пойду за ним, посмотрю, кто это такой. Все, пошел за ним. Привет. Садись. Слушай, ну что такое? Ты можешь договариваться, что нормально встретить. Не будет вот этих всяких марокканских движений. Что это вообще такое? Да ты успокойся. Со Smokey все хорошо. До того момента, пока с Олегом все хорошо. Артем, значит так. Хулио, ваши питерские разборки. Абсолютно не нравится. Олег давно в наших кругах, сейчас вы пришли на их территорию. Все, Артем, больше никаких разговоров. Саша тебе вечером все расскажет. Короче, что, пацаны, Smokey до сих пор нет, он так и не пришел. Хоть человек от Хулио пообещал, что Smokey будет вечером, но его так и нет. Короче, меня забрели в какой-то, блядь, лес какой-то здесь, возле этого пляжа. Я отсюда сейчас пока выбираюсь, не знаю, как отсюда вообще выйти. Полный пиздец, Smokey, пожалуйста, если ты где-то, отзовись. Фу, походу дело выбрался. Короче, сейчас иду до номера, надеюсь, что Smokey будет там. Фух, пацаны, вообще, просто что творится в Испании, вообще жесть. Фух. Хочу купить себе день, такие, как моя Янтак. Я хочу купить себе день, такие, как моя Янтак. Я хочу купить собі такі, як моя Янтак. Просто я хотів.